Полицейские задержали специалистов по двойному обману. Мужчина и две дамы сначала продавали пустышки, которые выдавали за лекарства. Потом вновь обзванивали обманутых, представляли сотрудниками государственных учреждений или даже приставами. Говорили, что положена компенсация по решению суда за фальшивые лекарства. Даже присылали поддельные документы с печатями. Вот только чтобы получить деньги, нужно заплатить пошлину и какой-то процент за перевод. Забрав последнее, они обрывали связь. При обысках нашли мошеннические базы данных, печати государственных учреждений и разные другие улики. Я заплатила достаточно крупную сумму, и каждый раз это было объяснено, очень грамотно объяснено. Все мошенники очень хорошие психологи. Они нас ловят на крючок и, в общем-то, фактически грабят. Установлены обстоятельства 10 эпизодов мошеннических действий. Причиненный гражданам материальный ущерб превышает 1 300 000 рублей. Предполагаемому организатору противоправной деятельности избраны меры пресечения в виде заключения под стражу.